Ребята, я перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию, успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то вся эта неделя у вас пройдет просто офигенно. Желаю вам удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2... Один. И, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть у вас домашние животные. Вот у меня есть куры, собака, кошка и т.д. и т.п. И напишите, как их зовут, потому что мне реально очень интересно. И, кстати, ролик получился очень топовым. Пожалуйста, досмотрите его от начала до конца. Я вам желаю приятного просмотра. Поехали! Хей, йоу, друзья, с вами я, Домер, и сегодня, друзья, это новое админ-шоу, которое вы реально очень давно просили, я такой, почему бы не заснять для вас его, и, друзья, давайте сделаем так, если на этом ролике набирается 4000 лайков, то я сниму новую часть, так что, друзья, я надеюсь, что данный выпуск получится реально очень веселым, и хотел бы я вас попросить, чтобы вы его досмотрели от начала и до конца, потому что, ну, я постараюсь его сделать максимально для вас веселым. Я не знаю, сколько у меня на него уйдет времени, но я буду его снимать столько, сколько нужно, чтобы он получился довольно-таки веселым и эпичным, друзья. Так что, если шоум, я записываю данный видеоролик на своем сервере. И, кстати, добавляю активных подписчиков, друзья, ВКонтакте, заходите на мой сервачок, у нас с вами будет мини-сходочка. И те, кто купит хозяин на моем сервере за 920 рублей, либо же князи за 320, получат возможность сняться со мной в ролике. То есть, несколько рандомных чуваков, которые купят привилегию либо же князя, либо хозяина, получат возможность сняться со мной в ролике. Так что, друзья, пожалуйста, смотрите данный видеоролик от начала и до конца. И, кстати, нам понадобится сегодня топорик и ваниш. Давайте сразу же пропишем. Я, кстати, уже телепортацию выключил, так что ни один донатер меня не сможет побеспокоить. Так что, пожалуйста, досмотрите данный видеоролик до конца. И, кстати, если вы хотите получить бесплатный донат на моем сервере, то вам всего лишь нужно написать, какого цвета у меня глаза, и написать в комментариях свой никнейм. Так что, друзья, желаю вам приятного просмотра. Те, кто сейчас кушает, приятного аппетита. И я добавляю активных подписчиков, друзья, ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Да, поехали. Сейчас, как только найду чувака, так я и продолжу, да. В общем, ребят, я уже нашел чувака, и глядите-ка, он тот чувачок, который мне, в принципе, нужен. Я надеюсь, что у него будет хорошая реакция. И знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте ему поможем обустроить его домик. Смотрите, он сейчас начал только делать свой дом. Давайте сейчас добавлю ему немножечко факелов, чтобы хотя бы что-нибудь здесь видеть. Я думаю, он сейчас немножечко шокирован происходящим, но это нам сейчас с вами как раз таки не помешает ему помочь. В общем, сейчас, короче, заменяем ему как раз таки пол. На что? Короче, во-во-во-во-во, у меня есть идеальная идея просто. Стоит 57, оп. Опля, и давайте сейчас ему также заменим потолок. Вот просто вот по-быстренько меняем потолок. Сет 57. Либо же можно на 41, чтобы, типа, сделать какое-нибудь разнообразие. Во, найс. И смотрите, что я сейчас предлагаю сделать. Давайте сделаем вот эти вот стенки из вот такого вот блока. 169. Сет 169. Во. Смотрите, что, друзья, он написал, что? Что? Так, давайте ему вообще все стенки переделаем. Сет 169, он такой пишет: Откуда? О, так, делаем все потихонечку. И знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте вот еще раз 169. Ой-ой-ой, немного кривовато, но сойдет. И давайте, знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте ему сейчас пропишем кит премиум, чтобы прям, ну, удивить его. Кит премиум, it's Scott. Давайте сейчас его вот так вот просто добьем. Потому что там в Kit Premium реально дофига разных ресурсов. О, я их, кстати, подобрал, честно говоря. Окей, в принципе. Он такой бегает. Чё? Злые духи, уходите отсюда. Вы чё сюда пришли? Ну, в принципе, смотрите, он просто такой... Что здесь происходит? Что это такое вообще? Что я тут забыл? Вот вообще, куда я зашел вообще? Что это за сервер? Кто тут? Здесь призрак. Вот, знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте сейчас его немножечко удивим. И немножечко добавим интрижки. Сделаем, пожалуй, знаете как? Давайте сейчас напишем на табличке. Хочешь админку? Сломай алмазный блок.
Ага, во. Теперь делаем вот так вот, сейчас подождем, пока он прочитает. И я, если что, уже готов сразу же, в принципе, выдавать ему админку. Так, group set, и давайте, к примеру, админ. Так, о, бля, он сломал, все, я ему выдал донат. Сейчас подождем, может, уже он что-нибудь напишет, прочекает. Мне реально очень интересно. Хм. Хм. Чувачок мне до умений, честно говоря. Что? Админ? Ой. Ну, прикольненько, прикольненько. А, знаете, у него теперь уже есть дом, и это хорошо. Правда, вот эта вот стенка мне прям, ну, она реально очень жестко нравится. А, знаете, что можно, в принципе, ему сделать? Он сейчас начинает это все ломать. А хотя не, он просто делал проход, логично. И давайте, знаете, что сейчас попробуем, друзья, сделать? Я не знаю. Во! Я придумал, давайте сейчас как раз-таки телепортируемся к другому игроку. А, к примеру... Кому можно? Сейчас, кстати, час ночи, и на серваке онлайн 40 игроков. Это жестко. Так что играйте, друзья, на нем 24/7. Он пишет, я ору. Вот, давайте сейчас как раз тыпакнемся вот к этому игроку. Богар 12. Ой-ой-ой-ой-ой, запрос отправил. Ладно. Надеюсь, он меня не спалит. Просто ТП Богар. Во, вот этот домик. Я понимаю, давайте сейчас возьмем компас, чтобы выбраться отсюда. Ничего себе. Во-во-во. Знаете, что я сейчас предлагаю сделать? У него как раз-таки на сервере есть, друзья, ютуберка. И давайте сейчас попробуем его немножечко затроллить. Сейчас, короче, что я предлагаю сделать? Смотрите, у него, честно говоря, довольно-таки красивенький домик. И я предлагаю его немножечко проапгрейдить, так сказать. Давайте сейчас посчитаем, сколько здесь блоков всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, ну, я в принципе придумал, то есть мы, друзья, просто берем и делаем вот так вот, тынь, потом делаем опять вот так вот, тынь, потом еще раз вот так вот, тынь, и, в принципе, у меня практически эта вся конструкция ровно получилась, честно говоря, он такой пишет, чего? Ой, боже, друзья, чего? Давайте сейчас, знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте вот эти вот все дома, он пишет, как? О, святой бог. Давайте сейчас вот это вот все как раз-таки заменим. О, святой бог Майнкрафт. Давайте сейчас, друзья, это как раз-таки все заменим на алмазные блоки. Реплейс какой-то майди. Он такой пишет... Так, а нет, он, кстати, ничего не пишет. А, он написал спасибо. Я не знаю, видит ли он меня, ибо же нет, но, скорее всего, нет. Так, давайте, во. Реплейс 17 разделить на 2. Разделить на 2 и 57. Ой, я что-то не то взял. Не то заменил. А это какой блок? 17 разделить на 2. Либо я не до конца выбрал, либо это совсем странные блоки. А, это, наверное, отдельный блок в Майнкрафте. Я понял. Он написал еще раз спасибо. И давайте, знаете, сейчас попробуем проверить его реакцию, как он отреагирует на то, что я это все снесу и после этого выдам ему хозяина. Давайте как раз таки это проверим. Просто идем вот так вот и пишем set 0. Во, nice. Вот просто nice. Так. Блин. Ну, правда, там совсем другого написал, но... Дом первый. Эх, где домер? Почему он не заходит? Да не знаю. Ой, ну, был дом. Вот и нет дома. Разочаровался паренек. Да. Опять пишет. Чего? Ой, боже мой. Делать заново. Давайте сейчас попробуем выдать как раз-таки хозяина. Посмотрим на его реакцию. Он гроуп сет хоза. Выдаем, блин, надо было ему написать что-то на табличке. А, хотя, давайте сейчас просто верну дом, может он что-нибудь напишет. Унда, опля. Потому что он может напишет спасибо, я не знаю, и как раз-таки видит, возможно, хозяина. Ура! А, ну поскольку у него был донат, у него, короче, остался префикс VIP, я не знаю, заметит ли он, ибо же нет. Но он обрадовался тому, что я ему вернул дома. Правда, проапгрейд. Дженые, да. Во, именно так. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, как вам лучше всего снимать видосы с камерой, либо же без камеры, либо вообще не снимать, да?
Дома, круто. И давайте сейчас, знаете, кому-нибудь другому чуваку телепортируемся. Вот, давайте вот, к примеру, вот к этому игроку, которому, знаете, скучно. Вот, и, вот этому чуваку скучно. Вот, опля. Опля, вот это да, вот это дом. Мяско, молоко для всех. Ух ты, молоко, это, конечно, хорошо. И давайте, знаете, сейчас постараемся его удивить. Типа, сейчас вот у него есть, в принципе, вот такой вот замечательный и офигенный пол. Но мне сейчас бы выбраться вот наружу, знаете, и давайте сейчас немножечко изменим правила его домика, да? Сделаем ему просто офигенный пол. Только я хотел бы, знаете, в пределах его как раз-таки самого дома, поняли? Так что сейчас, думаю, получится здорово. Так, заходим вот так вот и пишем, типа... Хотя давайте просто ничего не писать, просто мы выключаем 0, main. Оп, и делаем вот так вот, set lava. Тынь, уйдь. Только я не могу понять, у него либо good выключен, он такой пишет... Что? Интересно, интересно, что же это такое? Ой, упал. У него, я так понимаю, либо файл включен, либо еще что-нибудь такое. Что за фигня? Давайте, знаете, что я сейчас предлагаю сделать? Давайте вот это вот все заменим на огонь. На огонь, честно говоря, я не помню, какой ID огня, но сейчас постараюсь вспомнить. Это у нас что? Это у нас получается 4, и это у нас 98. Replace 4 на 57. Нет, 51. 57 на 51, 57 на 51. Во-во-во, это то, что я хотел как раз таки. И теперь 98 на 51. Во! Вот это вот, я понимаю, красивый дом. Я думаю, он оценит. Он оценит такую построечку. И давайте посмотрим, что он сейчас, в принципе, будет делать. Так. Я не могу понять, это девочка либо мальчик, но... Дом горит! Весь прикол в том, что, друзья, дом из камней, типа... Он глобальный чат, типа, пишет «Help, help!» И тут, типа, владельцы уже пишут «Иду!» Сейчас будут помогать друг другу, но хоть на этом помогают. Это здорово. Админ! Ой, давайте, знаете, что сейчас постараемся сделать? Давайте вот эту вот вещь... Ой... Он ему сломал весь дом. Он, ребята, ему сломал весь дом. Я просто не могу. Понимаете, он... Этот чувак какой-то один блок сломал, и получилось так, что он ему просто вот так вот взял и сломал весь дом. Почему я так ору? Я просто не могу. Супчик, супчик. Короче, друзья, знаете, что я сейчас, в принципе, предлагаю сделать? Давайте ему вернем как раз-таки этот дом. Унда, 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 унда. Во, найс. Мой дом. И давайте ему в честь компенсации выдам привилегии намного круче. Давайте, к примеру, выдам как раз-таки князя. Во, не. Давайте сделаем ВМ. Знаете, как? Привет. Хочешь получить админку? Админку? Сейчас будем сыграем с ним в игру. Так, он заметил мою табличку, в основном ее не замечает. Так, интересно, что напишет? Что напишет этот чувачок? Так, просто ждем, друзья. Ну же. Это ты дом сломал. Давайте сейчас напишем. Нет. Запятая. Это не я. Я. Это был Херабрин. Херабрин. Во-во-во-во. Вот так вот здорово. Он решил со мной, наверное, общаться с помощью табличек. Ну окей, в принципе, почему бы нет. Давайте сейчас подождем, что он, в принципе, мне накалякает. Накалякает. Тра-та-та-та-там. Что-то он что-то долго пишет, честно говоря. Ну, реально, очень интересно, что он мне сейчас просто напишет. Написал и сломал. Ну, такое тоже, кстати, бывает. Какая первая буква английского алфавита? Эй. Так. Окей. Так, давайте сейчас сломаем как раз вот эти вот все таблички, которые он написал, и напишу ему, типа, задание. В общем. Твоя задача прыгнуть в... Прыгнуть
в лаву со словами «Я». Что же написать, я, честно говоря, не знаю. Со словами «Я». Я хочу... Хочу купаться. Ой, вот это будет самое угарное. И ты получишь... Ш. Ну, просто напишу вот так вот. И, короче, давайте сейчас сделаем вот здесь вот... Вот здесь вот, опять же, как раз таки лаву. С эту лаву... Опля! Опля, опля. И я хочу просто это заснять. Вот, вот он, этот игрок. Он становится... Прочитал, наверное, что-то там... Что я написал там. Ага, вот он. Она как раз-таки будет включить чат. Включаем чат, смотрим, что... Интересно, делает ли он так, ибо же нет. Потому что это реально очень как-то странно смотрится. Я хочу купаться. И пошел на дно морское. Давайте сейчас, в принципе, выдам ему как раз-таки донат. Packs user mine. А, Волдер, Гроуп, Сет, Князь. Все, найс. И давайте сейчас к кому-нибудь другому игроку телепортируемся. Ой, кого же выбрать? Давайте новенький вареньки, что ли? Что ли? К примеру, ну, ТП. А, нормально, серочок завис. Такое, кстати, тоже бывает. Да, да. Либо сервер завис, либо, как обычно, у меня интернет. Такое, кстати, намного больше бывает, чем когда зависает сервер. Сервер. Не, ну, в принципе, вот это вот, я понимаю, намного круче дом, чем у него был. С этим я даже спорить не буду. Блин, друзьяшки, короче говоря, ладно. На этом, к сожалению, нам придется закончить, потому что у меня, скорее всего, вылетел интернет. А данный видеоролик я записан на своем сервере. Обязательно заходите на него. Я вас там всех жду, понимаете, понимаете? И обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам видеоролик. Набираем 4000 лайков. И тогда я снимаю продолжение. Ну, то есть новую часть, вы понимаете, это круто. Это круто. Да. Так что, друзья, обязательно ставьте свои лайкусики, если вы хотите, конечно же, еще админ-шоу. Постараюсь его сделать еще намного более веселым. И, честно говоря, у меня впервые такое, что все три чувака подряд делали хотя бы, ну, более-менее реакцию. То есть, хотя бы не игнорировали меня на... И отвечали, ну, короче говоря, писали, описывали происходящее. Во! Сказал, так сказал. Кстати, друзья, пишите, пожалуйста... ну, точнее, вы можете делать стоп-кадры из моих видеороликов, и потом как раз-таки эти стоп-кадры вставлять, ну, отправлять в предложку в группе ВКонтакте, и самые оригинальные и прикольные я буду как раз-таки публиковать в своей группе ВКонтакте, и, возможно, именно вы станете модератором моей группы ВКонтакте и получите бесплатно сигну от меня. Это круто. Так что, друзья, на этом все, с вами был Домер... Напишите, какого цвета у меня глаза. Да. И не забывайте писать свои никнеймы. Да, на этом все. Всем ахаведерчи, друзья, с вами был Домер. Набираем много лайков, и тогда я снимаю продолжение. И пишите.